Это самый вкусный крем заварной для медовика. Он очень сладкий, нежный, в меру густой. Пропитывается тортик за пару часов до чаепития. Но чем дольше стоит медовик с кремом, тем вкуснее становится. Чтобы заварной крем не получился с комочками, постоянно помешивайте его венчиком. Огонь самый маленький, или делайте на паровой бане. Это чуть дольше, зато точно не свернется. Даже если получилось с комочками, не расстраивайтесь, ситуацию можно исправить с помощью погружного блендера. Пюрируйте крем. На вкусе это не отразится. Количество крема хватает на один небольшой тортик. Удачи! Молоко 500 мл, сахар 125 грамм, мука пшеничная высшего сорта, 4 столовые ложки без горки, яйцо 2 штуки, сливочное масло 120 грамм, ванильный сахар 1 штука, упаковочка, количество порций. Приготовьте продукты для крема. Количество сахара можно немного уменьшить, если вы не любите сладкие кремы. Но я сделала все точно по рецепту, и результат мне пришелся по вкусу. Возьмите глубокую мисочку, соедините сначала муку с сахаром, потом вбейте яйца и смешайте все, если покажется густо, влейте пару ложек молока. Добавьте ванильный сахар, порциями небольшими вливайте молоко, венчиком перемешивайте, чтобы не образовались комочки. Когда все молоко будет влито, перелейте смесь в кастрюлю с двойным дном и поставьте на медленный огонь. Если кастрюли такой нет, готовьте крем на паровой бане. Не переставая помешивать, доведите его до загустевания. Влейте растопленное сливочное масло, снова перемешайте венчиком крем. Снимите его с огня. Вы почувствуете, как он загустеет, и чем больше он будет остывать, тем гуще становится. Крем готов.